Учителя школы детских садов, наверное, отдыхают, а тем более собираются вместе очень редко. Ведь даже после уроков и на каникулах надо готовиться к следующим занятиям. И вообще перестать полностью думать об учебном процессе трудно. Так что на праздниках работники образования должны бывать почаще. Сегодня в котле культуры Таллинский департамент образования чествовал школы, детские сады, учеников и учителей не только за отличные учебные результаты, но и за интересные проекты в области экологии, предпринимательства и спорта. Собравшихся приветствовал вице-мэр Таллина Андрей Канте, который поблагодарил их за хорошую и ответственную работу, ведь в минувшем году система образования Таллина встретилась с большим количеством детей из Украины, которым нужны были учебные места, и с честью вышла из этой неординарной ситуации. Ну а что касается планов на будущий учебный год, то у многих директоров школ сейчас есть вполне оправданные опасения. Наверное, самое главное – это переход на эстонский язык обучения, который, ну, будет непросто осуществить, и для которого мы должны много что сделать, и найти кадры, самое главное, и строить работу других учителей. Поэтому это будет самым сложным. Сейчас занимаемся поиском педагогов. Конечно, мы надеемся, мы найдем нашу команду новых педагогов для того, чтобы реализовывать такие задумки или решения нашего правительства. У нашей школы, конечно, хорошая стартовая позиция, потому что у нас программа погружения 20 лет реализуется. У нас есть опыт, у нас есть знания, умения. Но, к сожалению, у нас так же, как и у других школ, недостаточно учителей. И мы теряемся в догадках, где же их все-таки найти, кого еще как переобучить, кого куда отправить, на какую переподготовку. Этот учебный год Пайская гимназия оканчивает достойно. У выпускников 9 золотых и 3 серебряные медали. Впереди праздничные выпускные и подготовка к вступительным экзаменам. Ну а учителям хочется пожелать здоровья, сил, энтузиазма и настоящего летнего отдыха, хотя наше правительство в своем реформистском раже вряд ли даст учителям русских школ возможность отвлечься от проблем даже в отпуске. Лента Роскарман Васильев, новости Таллина.